Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и мы продолжаем с вами играть в Sonic Mania. И вот сегодня у нас с вами такая будет, знаешь, воздушная миссия. Серии будут выходить, наверное, по одному акту, то есть по два уровня, да, чтобы сохранения проходили правильно и верно. Объяснили мне, как собирать изумруды. Нужно, короче, догонять этого дурачка, который их уносит. Я, если честно, пока не понял, как это делать. Но думаю, что-то у нас получится. А сейчас давайте поиграем, как говорится, Flying Battery. Так, все. Устроил все. Это миссия. Я немножко обознался. Эта миссия, знаете, откуда? Из шестой части. Нет, или шестой, из четвертой. Как она там правильно называется? Короче, Sonic. Как-то она там называется, блин, не помню. Sonic & Knuckles, если я не ошибаюсь, или как. Но в любом случае, одна из последних, по-моему, частей, нет? На Сеге, которая была. Ну, фиг его знает. Короче, локация вроде похожая вот на ту. Да блин! Я забыл, что эта штука подбрасывает еще. Смотри, вот так вот. Вот так она делает. Так, будем еще, наверное, параллельно кольца с тобой отыскивать. Потому что кольца есть иногда. О, вот это вот дупло я помню, оно постоянно стреляет, короче, да. Это капитан очевидности, оно меня уже больше стрельнуло, поэтому. Так. Здесь ничего нет. Они же любят прятать потайные всякие эти стены. Я буду проверять иногда, если я рядом со стеной. Я буду проверять. Бах, отлично. И чё, никак? Лоу, серьезно. А чё, я никак тут не пройду? Прям вообще? То есть это я просто вот в пустоту зашел, что ли? Да ладно. То есть мне не сюда, да? А как? А, капец. Очень печально. Прям, слушай, прям очень печальная миссия, я тебе скажу. Я не могу даже колечек собрать. Меня просто насилуют. Так, окей, мины эти, я помню. Ой-ой-ой-ой, как-то все странно работает. А что, не сюда, что ли? Воу, мне не сюда? Так, а подожди, а куда? Подожди, я сейчас запутался. Я сам себя запутал или что? А мне куда? Я что, упал в какую-то... Я упал в какую-то ловушку или как? Слушай, меня прям насилуют. Я не знаю, куда идти. А, подожди. Блин, что-то я не могу понять, реально. А куда идти-то? Может, тут опускается? А, ну конечно. Оно же все опускается, что я туплю-то? Колечек просто нет, надо аккуратно сейчас, ребят. Очень аккуратно надо. Так, ну сила огня теперь мне как бы вообще пофигу, да? Отлично. Теперь, вернее, у меня она появилась, теперь мне пофигу на все. Блин, какое место лютое. Я, честно говоря, забыл совершенно о нем, было оно раньше или нет. Так. Вот это я не знаю, мне нужно или нет. Вот это вот опасно. Оно так все быстро переходит, офигеть. Тут надо быть очень аккуратным. Крайне нужно осторожным быть. Миссия не из неприятных. Она прям неприятная в какой-то мере. Так. Мы будем безумно аккуратны с такими моментами. Так, отлично. А не знаю, дадут ли взять. Нет, не дали. Я тебя понял. Совершенно не дали взять. Так. Ну, я не знаю, для чего нам дают серебряные какие-то монетки. Я не понимаю, для чего их дают. Но интересно то, что как-то надо попробовать изумруды нам взять с тобой. А какого черта? Какого черта я только что свою защиту потерял, ребята? Хорошо, колечки, которые я благополучно потерял. Так, вот этот парень мне не нужен сейчас.
Его надо как-то отлично убить. Этот танк, он, короче, прям вообще наглый, я считаю. Кстати, а может там сверху и кольцо было? Может, еще пропустил? Блин, вот это большое кольцо бы. Воу-воу-воу, вот это я помню, вот это я помню. Вот эти штуки мы по... Так, все, я понял. Я тебя понял. Тут аккуратно. Так. Немножко не туда, по-моему, я... Ух ты ж, вот это было жестко. Так, как-то бы наверх попасть. Давай попробуем как-то наверх. Слушай, не хочет. Ну ладно. Как-то можно было, мне кажется, на другую сторону попасть, но что-то как-то я не попал. Так, ты поднимешься наверх, давай, иди наверх. Не хочет, смотри. Так, ну, магните. Отлично, сразу животное получило в глаз. Тут надо просто очень аккуратным быть, очень. Блин, кольца для изумруда не находятся пока. Просто не хотят находиться, не знаю почему. Но, может, найдутся еще. Хотя бы один изумруд-то надо научиться брать, чтобы я примерно понимал, как его брать здесь. Было бы прям хорошо. Что, сейчас я в диком замешательстве. Как это сделать вообще? Ну, вот эти зоны мы с тобой обходили уже, я не знаю, вдоль и поперек. А я думал, изумруды все-таки берутся здесь. Да, я на протяжении всего этого времени думал, что изумруды берутся снова вот так. Собираю вот эти синие шарики. Вы смотрите предыдущие серии Соника, который я уже снял. И там я об этом каждый раз напоминаю сам себе. А может, все-таки изумруды возьмутся так, ну, как я сейчас хожу, вот собираю. Я бы был не против. Кстати, на этой миссии я засыпался, я помню. По-страшному засыпался где-то в конце, в самом. Это было так глупо, капец. Просто как пес засыпался и все. Просто как немытый, небритый пес. Так, окей. Тихо. Отлично. Просто как кусок собаки взял и засыпался здесь. Надо быть очень аккуратным. Осталось 4. Отлично. Вот. Прошли и эту миссию, наконец-то. Она вернулась и, как говорится, отыгралась нам. Она под... как там? Покорилась нам, во. Так правильнее. Сейчас бы жизнь получить еще. Так. Монеток бы пособирать. Так, отлично. Вот так вот аккуратненько лучше его гасить. Парня этого. Так, окей, можешь ему... Блин, он опасный, видишь, он опасный, но... Вот еще один. И он тоже опасный, но... Да тут их много, и они все опасные. Отлично. Так. Блин. Мне бы сейчас каждую денежку собирать, на самом деле. Каждую монетку я бы был не против реально собирать. Потому что хочется как бы жизнь получить, понимаешь? Жизнь хочется заполучить. Вот сейчас опасно. Там животное, видишь, вот это вот оно патрулируется. Можно мне 5 колечек? Я прошу. Одно колечко. Фух. Спасибо большое за одно колечко. Я прям доволен. Так, давайте, поднимайтесь, я спокойно пройду хоть. Так, ладно, не будем тут рисковать сильно. Так, животное. Так, а ну-ка, смотри, у нас еще есть с тобой возможность такая. Отлично. Так, вот здесь я не взял, да, тогда? А, да-да-да, здесь я тоже засыпался, помню. Тут надо прям вообще, тут надо прям капец как не засыпаться. Но я засыпался уже, я уже сейчас это увидел. Хотя... Нет, не засыпался, окей. Вот на вот этих поворотах бы сразу все собрать на самом деле. Вот я на таком повороте и засыпался, кстати. Хотя я думаю, может, и соберу сейчас. Но она уже ускоряется, но я уверен, что... Все будет сейчас против нас. Я прям чувствую почему-то этот момент.
Ох, как же мне вот эти вот штучки напрягают всегда, а? Так, вот сейчас, смотри, вот сейчас опасно будет, но мы постараемся. Хорошо. Она так, она, знаешь, она действует как гипноз на меня, вот реально. Как будто гипноз какой-то, real. Отлично, отлично. Тоже смогли и нормально, но мы изучили. У нас уже был опыт на этой миссии, на этой локации. Поэтому мы спокойно сейчас взяли. Окей. Поехали. Неплохо. Так, ну давай я тогда как сделаю? Вот так. Вот это вот сейчас опасно. Интересно, какой будет босс. Будет ли он боссом, а не ублюдосом. Так, окей. Так, и что делать? Как-то надо туда попасть, смотри, хоп, вот так, отлично. Отлично. Блин, не взял немножко там, ну ладно. Так, скорее всего я заканчиваю, да, здесь сейчас? Нет, еще не заканчиваю. Воу, опасно. Смотри, как опасно-то. Ловушки-то какие, а? Ракеты-то какие? Так, тихо, нельзя так. Хорошо. Сейчас надо очень быть аккуратным. Намекнули, куда надо прыгать. Там ракетки немножко повредили зонку. Оба, хорош. Слушай, ну пока удачно все, очень даже. Так, а что, здесь я разве не взял? Походу нет. Давай попробуем. Да, походу здесь я тоже засыпался. Ну давай возьмем. Интересно, а может, если я на всех локациях пособираю все, я что-то получу интересное? Может, реально нужно просто на всех локациях эти монетки собрать, и тогда мне дадут по ебалу. Хотя не знаю. Надеюсь, что нет. Надеюсь, дадут что-то интересное. Так. Хотелось бы, конечно, какой-то бонус, какую-то ачивку. Может быть, ачивка в Steam какая-нибудь будет, не знаю. Типа, добро пожаловать, мужчина, ты собрал пиздюлей. Да, мужчина собрал. Все верно. Так, босс. Ой, а этого босса я помню. А нет, этого не помню. Слушай, смотри. Это какой-то прям... Подожди, ну это же как? А что ты от меня хочешь, чувак? А, так ты ублюдок, что ли? Так у меня сила молнии, ты идешь нахер. Да ты же легкий, чувак. Я думал, его не надо бить, а он вообще ни о чемный. Давай мне что-нибудь, ничего не дал. Так, ну, 10 тысяч очков я явно заработал. Даже 20, наверное, да? 15 точно. 18, окей. Нифига себе. Сколько хлама, да, у него там, офигеть. Очень много хлама. Так, вторая зона. Ну, музыка, как всегда. Музыка, как всегда, великолепна. Так. Кстати, хорошо, что мне сохранили суперспособность. Ну, нифига сколько хлама, реально. Эй, ты не тони в хламе. Смотри, я в хламе тону. Если я буду тонуть, я умру, скорее всего, да? Окей, я понял. Мне нечего сказать, я в шоке с того, что я вижу. Очень интересно, какой будет босс сейчас снова, новый. Есть боссы, которых я вижу, ну, их механику я видел. Вот я видел доктора Эггмана, который танцевал такой, нажал на кнопку, и я вот провалился. Ну, в прошлой миссии только что, мы же это видели. До того, как появился босс, который с прессовальщиком управляет этим. Вот, этот босс Эггман, вот этот, он появлялся, короче, когда вызывал... Мудила. Когда вызывал какой-то лазер во второй части, если я не ошибаюсь. Там такой момент был. Вот, но здесь... А почему так? А почему именно так? Вот так надо было сразу.
Вот так надо было сразу, а что ты мне тут? Ух ты, дождь пошел, серьезно, нифига. Так, что? Хорош. Нет. А, это нормально? Уа, это вообще нормально, да? Ну, вот это вот вообще... Вот это обидно было. А, фух, успел. Ногами зацепил, прикинь. Так, смотри, это какая-то новая, походу. Или я был тут? Короче, не знаю, но я ногами зацепил, это радует. Прикинь, ногами зацепился, капец. Слушай, ну... Интересный сбор тут у меня произошел сейчас. Я почти проиграл. Я проиграл, ребята, на ваших глазах. Не до конца понимаю, что там делать, ну ладно. Надеюсь, пойму. А я просил, меня вентилятор никогда не задевал, а тут вдруг задел, серьезно? Что за бред? Этот вентилятор никогда меня не задевал. Засыпался, да? Решил задеть. Я на чем-то провалился, да? Так, снова в здании. Батя снова в здании. Так, окей. Подожди, меня что, назад вернули, что ли? А, во, все, нормально. Я думал, меня снова назад. Подожди. Зайди сюда, отлично. Что-то опять опасное будет сейчас происходить. Ой, отлично, сколько тут этих штук. Во, вот это самое жесткое, кстати. Вот это тоже Sega-версия, я помню. Тут через две можно прыгать, да? Да. Тут можно прыгать через две. И это прекрасно. Так, ну, я так и проходил. Я даже помню, как я проходил. Я проходил вот так. И потом к следующей шел, также проходил. Потом придется, правда, через две попрыгать. Но зато мы с вами заполучим все. Весь мир ляжет к нам, к нашим ногам. Так, где у меня еще там не пройдено? Вроде все, теперь можно и попрыгать. Вот это было жопно. Отлично. Так, поехали здесь. Ты знаешь, пока нормально. Пока нормально. Скорость, конечно, нарастает уже. Мне неприятно. Мне становится невкусно. Вам вкусно, ребят? Мне не очень. Мне становится не очень вкусно. Даже пахнет немного проигрышем уже, мне кажется, немножко, да? Так, несет ароматом проигрыша. Но, в принципе, я приблатыканный к этой вот зонке. Ты видел, да? Ты это видел? Отлично. Фух, ну такое. Прям взяло напряжение небольшое под конец. Скорость увеличилась. Я увеличился. По нервам тоже. Нервы тоже увеличились. Что это за мышка? Иди отсюда. Лазит надо мной все время. Там фотографы, папарацци, а тут мышка какая-то наглая. Так, а вот эта вот штука. А, туда можно так залезть, да? Да. Так, окей. Эх, не успел. А куда ты меня? Ты куда меня? А, ты меня сюда прям. Хорошо. Прям топ. Так, мужчина, иди отсюда. Кстати, эти петухи были как раз во второй части. А почему они здесь, я не пойму. Я вот говорю, они как-то смешали две зоны из второй части и из шестой, если не ошибаюсь. Sonic и Knuckles, которая. Так, подожди. А, тут надо прям, смотри, тут надо прям вот так, да? Они прям сделали прям по красоте. Твою мать они сделали, вот и все. Нечего больше сказать. Животные какие-то и все. Они сломали всю малину, они все мои кольца забрали. Так не делается. Фух, я думал, паучок меня убьет. Так, что, тонуть прям надо? Да, тонуть прям надо, судя по всему, в мусоре в этом. Хорош. А, то есть, если я тону в мусоре, это нормально. Я думал, если я потону в нем, то меня прям убьет. Но нет, все нормально. Так, а где-то тут, наверное, кнопка есть? Кнопок нету никаких? Серьезно? А как открыть?
А, вот кнопка, смотри. Как-то надо ее аккуратно, окей. Так, что здесь? Опять эта штука притягивающая. Ага, я понял. Здесь лучше не рисковать. Так, кнопочка. Блин, вот они круто придумали с мусором. Ах ты мразь, именно на меня упал, когда... Прикинь, да, упал именно когда я проходил мимо. То есть он до этого не мог упасть. Он прям дождался, пока я пройду. Вот же ж сапог, а, несчастный. Блин, как они... Блин, ну еще и на штучку упал, которая не это... Не активировалась. У меня колечек мало, и... Я бы, может, собрал еще монетку такую. О, и из-за них ничего не собрал. Так, и что делать? Это нормально, да? Оба, штыри. Так, а мне куда? А, надо вот так успевать, я понял. Так, сейчас я влетаю туда в стену, да? Хорош. Окей. Блин. Я тебя понял. И что, ему надо втащить этому челу или не надо? Нет, походу не надо. Офигеть. Офигеть, как жестко, как сложно. Так, куда это? Ух, снова в здание вернулся. Блин, в здании поспокойнее. Там вот на этих... как там? в атмосфере сложно. В атмосфере, да, правильно я сказал. Ага, тут надо еще вот так успеть, я понял. Короче, на воздухе сложновато прям. На воздухе прям люто. На воздухе прям сыкотно играть. Там таких моментов. Смотри, еще какая-то новая. Еще какая-то новая система сбора. Блин, это неприятная система сбора. Уже неприятная. А хотя, подожди. Если они чисто вот такие будут, то это прикольно. Возможно, мы даже соберем. Это мразь. Это мразь, а не система сбора. Запомните это, ребята, раз и навсегда, пожалуйста. Не, ну я буду знать, что это такое. Как тут собирать, я теперь буду знать. Ух, нифига, паучёныш. И как тебя бить? И кто ты у нас такое? А, ты мразь, я понял. Чё, в кокон в твой? Да, надо в кокон, походу, в этот. А, нет, прям в паука, да? Нет, не в паука, серьезно? А, подожди, а как бить? А, выживать должен, да, наверное. Видимо, выживать должен. Да, он меня отталкивает этой штукой. Я просто должен выживать, судя по всему. По нему урон не проходит, ребят, просто. Я не знаю, что с ним делать. А хотя, возможно, знаю. Нет, не знаю. Я думал, его тут урон ему будет. Так, может, и надо бить туда? Подожди. А, да, наверное. Что-то я не могу понять. Но я все кольца уже потерял. А куда ему бить-то, я не могу понять. Я что-то вообще... Я не врубаюсь, он какой-то неубиваемый. Что мне с ним делать? А что с ним делать-то, я не пойму. Я ему бью, ему пофиг, что ли? А куда урон-то наносится ему, а? Кто мне объяснит? А, я знаю, на штыри. Походу, на штыри его надо кидать. А как его так кидать на штыри, я не знаю даже.
Ну вот под каким образом, а? Блин, вот на штыри его как я кину? А, во, все, смотри, за эти штуки цепляешься и бьешь. Офигеть. Вот это они придумали, конечно. Так, окей. Главное, чтобы одно колечко хотя бы оставалось. Не туда. Да, блин, ну... Ты же видишь, что не туда. Колечко дай. Козлина. Просто козлина. Так, ну я его один раз, смотри, кончил. Об 4. Блин. Да, да ну нет, колечко отставь. Фух. Чё он такой жесткий? Хорош, жахнул. Жахнул второй раз его, отлично. Так. Тут ему надо, короче, не давать меня просто гасить. Да ну не туда ты делаешь. Ты что, издеваешься, что ли, чувак? Ты же нормально поворачиваешься, что за бред? Смотри, он просто закрылся и не дает. Козел вонючий, а? Блин, какой он лютый. А у меня времени... А, я сейчас умру. Мне же до 10 минут его надо как-то победить. Все, он меня убил. Все, меня вынесли нахер. Так, все, это тупо. Это тупой босс, очень тупой босс. Но я понял, как его гасить, это главное. Ой, блин, что за горе луковое, а? На нем можно вообще бесконечно скакать. На животном этом. Почему ты не в ту сторону это делаешь? Почему ты крутишься не туда, мудила? Меня бесить начинает этот момент. Соник глупый какой-то. Ну что за глупое животное? Я сейчас все жизни на этого босса про... Ну не туда, видишь, он делает? Ну не туда. Я отпрыгиваю, а оно не туда, понимаешь? Вот оно не туда. Нет, вы видите, что делается вообще? Как это мудло меня обманывает? Вы это видите? Вы видите, что это мудило делает вообще? А, я могу его и... Ну, я его и так толкнул, получается, да? Сейчас красиво. Ты что делаешь? Объясни, пожалуйста, конина. Соник, ты что? Соник, не тупи. Соник, не глупи. Ну, вы видите, да? Ай, как сложно-то, а? Блин, вообще не дает ничего, смотри. Блин, я не знаю. Это вот так вот улавливать очень сложно. Он не дает шансов вообще. Я просто офигею. А, ему надо, короче, под низ бить, смотри. Да ну не, это вообще не вариант. Так, смотри, сейчас попробую. Блин, я сам только влетаю на эти штыри и все. Два раза ударил, смотри, два раза об штыри его засандалил, хорошо. Ну сам-то ты куда, конина? Так. Блин, он в какой-то момент, там урон не наносится, блин, он в какой-то момент какой-то щит активирует или чё? Ты видел? Не, ну вы видели? Ну нахер, да? Ну нахер просто такое. Ну куда ты летишь? Ну там же ничего нет. Ну куда ты летишь, Соник? Он не допрыгивает просто. Блин, меня бомбить начинает. Что за конченый босс? Он же легкий, по идее. Я офигевлен полностью. Я сейчас умираю. Все. Time over, пишут. За 2 минуты надо его как-то одолеть, но мне этого сделать не дают. Просто не дают. Это конченый босс. Почему этот босс такой конченый, ребята? Он конченый. Конченый. Я сколько жизни на него потратил? Так, ну зато смотри, у меня теперь есть полноценные 10 минут с ним сражаться. О боже, как это тупо. О, да ладно. Один разочек умудрился как-то. Ну, конечно. Ух ты, какой ты молодец. Даже 2 раза. Да ладно, серьезно. Слушай, ну 3 раза мы уже ему жахнули, это хорошо.
Я колечко продул, понимаешь? Я колечко потерял. Это животное колечко у меня забрало. Блин, да чтоб тебя трахали в аду, козел. Да что ты такое? Объясни мне, пожалуйста, как тебя проходить? Я все колечки на него просрал. Он не дает мне... Он просто мои колечки просто уничтожает их, понимаешь? Мои колечки он уничтожает. Животное. Вот эта вот херня, она мешает только. Вот эта вот вертушка, вентилятор этот блядский, он только мешает, извините за выражение. Он только мешает. Рили. Это что ты такое, мразь? Ты кто? Да ну не могу я, блядь, за что ты за животное такое? Тебя невозможно вообще ударить. Dark Souls. Соник. Соник Dark Souls-ович. Пиздец. Да почему там этот урон пропадает? Я не могу понять. Как-то под конец получается. Слушай, надо ему, короче, вообще не давать взлетать. Он достал меня реально. Хорош. Ну, сейчас, конечно, глупо было. Надо было как-то. Да почему я колечки-то теряю, ёбаный пиздец? Ой, как меня бесит этот босс. Смотри, сколько я потерял хп, сколько я потерял жизни на него. Я уже 5 или 4 жизни на него потратил. Да что это за животное такое? Ну, ребят, ну меня бесит просто. Да как его пройти-то? Да не получается у меня нормально со штырями с этими взаимодействовать. Да чтоб его, блин. Капец, у меня просто... Я в растерянности, и мне больно смотреть на это. Мне, блядь, больно смотреть, как я колечки... Опять мне одно колечко. Мне просто больно на это смотреть. На это избиение младенца. Ну что это такое? Ну он мне просто не дает жить, понимаешь? То туда есть урон, то туда нет урона. В этот, блядь, его купол. Как он уворачивается? Вот объясните, пожалуйста, люди. Как оно уворачивается? Кто скажет? Животное, получай. Так. Короче, надо успевать. Надо просто тупо успевать. Короче, надо успевать за ним и херачить потом. Вот не в ту сторону сейчас было. Ну опять колечек нет! Да почему ты, блядь, колечки теряешь-то, ёбнут! Ёбаный пиздец! Говнарь! Просто кусок дерьма! Не... Синий ты, блин, ёжик в натуре! Вот козлятина ты, блин, безмозглая! На, козёл, получай! Так, ещё... Так, слушай, может получится, но... Но не факт. Но не факт. Блин, ну мы поняли, как его гасить, это главное. Короче. Так, главное забрать мои кольца, потому что это опасно, когда их нет. Отлично. Слушай, главное забрать кольца, я считаю. Потому что кольца это самое важное, блин. Хорош. Хорош. Офигеть, я на него столько жизней потратил, ребят. Вы не представляете. Вы сами это видите. Так. Жизней дофига потрачено на него. Так, он не дает здесь жить, а мне опять. Я понял. Отлично. Животное. Сейчас еще немного, и он должен умереть, я чувствую. Сколько я уже атак нанес? Мне просто интересно, я не помню. Но я так устал на него своей жизни тратить, вы не представляете. Он такой ублюдок, а, этот чел. Так, окей. Не получилось тут. Блин, ну почти получилось, но не получилось в итоге. Так. На, ублюдок. Чтоб ты в аду горел, козлятина. Я его еле победил. Я 6 жизней на него всрал, по-моему, если не ошибаюсь. Сколько? 9? 10 было. Это капец какой-то. Этот босс, он тупейший.
Нет, он крутой, он там клёвый, механика клёвая. Но почему-то в определенных моментах я не понимаю, как с ним сражаться. Да что же это такое? Как сложно, блин, иногда. Фух, 6 жизней. У меня ни на одном боссе такого еще не было. Пресс Гарден, что это такое? Ух ты, под водой? Короче, что-то новое. На этом закончим, будем восстанавливать жизни. Всем спасибо за просмотр, пока.